просто выходить туда и биться с лучшими. Это именно то, что я люблю, против парней, на которых другие люди смотрят и думают: «У, я бы не хотел с ним столкнуться», а я думаю: «Давай сделаем это, как раз таких я и хочу оппонентов». Cowboy Cerrone, he's ready for a battle tonight with the Hawaiian Yancy Medeiros. Это один из моих любимых боев по многим причинам. Неделя в преддверии боя прошла интересно, и затем сам поединок был очень интенсивным. Now watch these good friends beat the crap out of each other. Spin kick from Medeiros. Big swing there, but it's a knockdown from Cerrone. К сожалению для Yancy, эта ночь закончилась в мою пользу. Big right hand from Cerrone with short time. Medeiros is down. Cerrone looking to end it, and that is it before the horn. Но это было круто, потому что я попал по Yancy, и он упал. Рефери подумал, что он поскользнулся, а Yancy встал и такой типа: «Да нахрен». И это был очень крутой момент, который только мы вдвоем разделили, и мы пожали руки такие типа: «Так-то». Это был крутой момент между нами, и плюсом к тому же он вылез из клетки и обнял мою любимую бабулю. To grow. It's Cerrone's grandmother there in the front row. Знаешь, чувак, после такого ты навсегда заслужил мое уважение. So will it be Rob McCullough getting back in line to get back another shot at Jamie Varner, or will the Cowboys stay undefeated? Второй мой любимый поединок – это, наверное, бой против Фрейзера Роба в WEC. Это была дикая заруба, было весело. И хоть я был до смерти напуган, я был максимально спокоен, как сейчас, сидя здесь, это часть игры. Эти нервы никогда не уходят. Мы разменивались, это было круто. Я знал, что это будет тяжелейший бой, и он оправдал все мои ожидания. Бой вышел, что надо. Именно за это я люблю наш спорт. Он сумасшедший. This should be a great one, folks. Donald Cerrone and Jamie Varner, unfinished business, finished tonight here in Broomfield, Colorado. Мой самый любимый бой – это, наверное, второй поединок против Джейми Варнера в WEC. You want to talk about unleashing angst? Donald Cerrone wasted no time and is still on the warpath. And a good takedown by Cerrone. Oh, and Cerrone rocks Jamie Varner. Varner has to go to the defensive shoot. У нас с ним была взаимная неприязнь, и плюс наш первый поединок закончился дисквалификацией, это всегда отстой. So Varner was getting up, his hand lifted, no, he was on the ground still. That's it. Josh Rosenthal is saying Varner cannot continue. Он симулировал, что я тяжело пробил его. Looks like the knee just really grazed him. Так что победа над ним в рематче стала любимым боем для меня. Man, talk about bad blood, I'm loving it. И это мое наследие, ради этого я бьюсь. Я хочу, чтобы люди думали: «О, черт, ковбой дерется, мы просто обязаны посмотреть это. Он бьется на Fight Pass, мы бросаем все дела, мы качаем приложение, мы смотрим его поединок. Если он бьется в Pay-Per-View, мы бежим в ближайший бар, так? Мне не важно, будете ли вы досматривать весь карт, главное, посмотрите поединок ковбоя. Потому что он выложится на все 100, и я хочу, чтобы именно таким меня запомнили. Я хочу быть парнем, чьи бои люди любили смотреть, потому что неважно с кем, невзирая ни на какие конфликты, я выходил и бился, и сохранял свое достоинство и уважение после поединка. Это самое главное. The Cowboy rides again.